Привет всем зрителям канала «Правильный выбор». Согласитесь, что не всегда есть время и желание ехать на автомойку для того, чтобы почистить автомобиль от накопившейся грязи. В таких ситуациях очень выручит собственная мойка высокого давления. Такое устройство создает мощную струю воды, позволяющую очищать даже засохшую грязь. И помимо автомобиля, такое устройство поможет мыть садовую мебель, стены и дорожки на придомовой территории. Ну а о том, какие же мойки высокого давления являются лучшими, я и расскажу в этом видео. В данный топ я включил 7 моек высокого давления от разных производителей и из разных ценовых сегментов, пользующихся большой популярностью за свою эффективность, удобство пользования и другие особенности, о которых я расскажу вам в этом видео. Также я оставлю в описании ссылки на специализированные ресурсы, где вы сможете сравнить стоимость этих моек. Будет интересно, так что смотрите видео до конца. А если оно вам понравится, то не забудьте отметить его лайком. Ну а чтобы всегда быть в курсе лучших товаров, рекомендую подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Итак, устраивайтесь поудобнее, а я расскажу о лучших мойках высокого давления для автомобиля и дома. Поехали! Открывает наш топ Bosch EasyAquaTag 110. Это компактная и легкая мойка, имеющая отсек для принадлежностей, которая не займет много места в багажнике автомобиля или дома. А за счет малого веса и наличия ручки на корпусе ей будет очень удобно пользоваться. Максимальное давление, которое может создать эта мойка, достигает 110 бар, что позволяет ей хорошо отмывать засохшую грязь на автомобилях, а также садовые дорожки и мебель. Также эффективность мытья повышается за счет регулируемой веерной роторной насадки, идущей в комплекте. Насадка обеспечивает быстрое и равномерное распределение моющего средства, имеет удобную конструкцию и простое управление, а ее прямое подключение к стержню упрощает пользование данной мойкой. Из других особенностей Bosch EasyAquaTag 110 стоит отметить возможность работы не только от водопровода, но и от внешних источников воды, будь то какой-нибудь бак или резервуар. Владельцы отзываются о данной мойке в основном положительно, но отмечают, что шланг у нее коротковат. Ну а в остальном это отлично. Компактная мойка. Еще одна представительница компании Bosch в нашем топе – мойка высокого давления EasyAquaTag 120. Она тоже может похвастаться небольшим весом и компактными размерами, что обеспечивает удобство ее хранения. Но в отличие от предыдущей участницы нашего топа, EasyAquaTag 120 может обеспечивать давление в 120 бар, так что она сможет более тщательнее и быстрее отмывать засохшую грязь. А идущая в комплекте с ней насадка с возможностью добавления моющего средства позволит сократить длительность очистки за счет быстрого нанесения мыльного раствора. Из особенностей Bosch EasyAquaTag 120 стоит отметить, что она может работать не только от водопровода, но и от внешних источников воды. Также стоит отметить простое управление, быстросъемный механизм насадки и отсек для хранения принадлежностей. А присутствующие в ее конструкции два фильтра повышают защиту от попадания мусора внутрь и, соответственно, продлевают срок службы данной мойки. Владельцы отзываются о Bosch EasyAquaTag 120 строго положительно, отмечая, что при своей компактности она отлично справляется с отмыванием грязи. Так что могу смело рекомендовать ее к покупке всем, кто хочет приобрести компактную мойку высокого давления. Продолжает наш топ Interscoll AM140/1700. Эта мойка высокого давления имеет надежную и долговечную помпу, мощный и надежный электродвигатель с медными обмотками, защитой от перегрузки и может работать даже с теплой водой, температурой до 60 градусов по Цельсию. Максимальное давление у мойки Interscoll достигает 140 бар, что позволяет отлично отмывать различные загрязнения на приусадебном участке и из транспортных средств. Также стоит отметить, что она оснащена функцией самовсасывания, что позволяет проводить забор воды из водоемов и баков. Помимо этого, она примечательна системой Total Stop, которая обеспечивает полную остановку мойки после того, как вы отпустите курок пистолета, и запуск по нажатию курка после остановки. Из других достоинств данной мойки стоит отметить, что она имеет длинный электрический шнур и комплектуется шлангом длиной 8 метров для свободного перемещения оператора. А благодаря компактным размерам, небольшому весу и наличию колес, хранить и перемещать такую мойку будет очень удобно. Ну а что касается комплектации, то помимо насадки с регулировкой струи, Interscoll AM140/1700 может похвастаться турбонасадкой для более тщательного отмывания въевшейся грязи. А еще в комплектацию входит насадка-удлинитель, пара фильтров и инструмент для очистки форсунки.
Следующая героиня нашего топа – Bosch Universal AquaTag 125. Это компактная и производительная мойка с максимальным давлением 125 бар, которая позволяет быстро и качественно очистить от грязи, мусора и пыли садовые дорожки, придомовую территорию, а также отмыть от грязи автомобиль, велосипед и другие транспортные средства. Помимо работы от водопровода, такая мойка может автоматически всасывать воду из внешних источников. Также она примечательна богатой комплектацией. У нее есть телескопическая трубка, насадка 3 в 1, фильтр для очистки воды и специальная насадка для нанесения моющего средства под высоким давлением, которая значительно сокращает длительность очистки за счет быстрого нанесения мыльного раствора. Из других достоинств Bosch Universal AquaTag 125 стоит отметить наличие ручки и больших колес, что повышает ее мобильность. А тихий двигатель насоса повышает комфорт от пользования таким устройством. Ну а узнать стоимость этой, а также других моек высокого давления, попавших в данный топ, как я уже говорил, можно будет на специализированных сайтах, ссылки на которые я оставлю в описании. Далее в нашем топе идет мойка высокого давления Hans Kone HPW9225R. В ней используется металлический насос, примечательный высокой производительностью и продолжительным ресурсом работы. Поэтому можно быть уверенным, что такая мойка прослужит долго. А за счет давления в 190 бар, специальной грязевой фрезы и форсунки веерного типа, она может легко очистить любую поверхность даже от засохшей грязи. Также мойка Hans Kone примечательна защитой от перегрева, наличием бачка для моющего средства, возможностью подключения профессионального пеногенератора и рукояткой с датчиком Total Stop и быстросъемным соединением Quick Connect для комфортной работы. А еще в ней предусмотрена функция самовсасывания и хорошая система фильтрации, что позволяет задействовать для набора жидкости в такую мойку различные источники воды. Из других достоинств мойки Hans Kone стоит отметить систему хранения шланга и кабеля, а также рукоятку и большие колеса, обеспечивающие легкость перемещения прибора при проведении моечных работ. Ну а за счет довольно компактных размеров такая мойка не займет много места при хранении. Следующая героиня нашего топа – Körcher K3. Эта мойка способна создавать давление до 120 бар, чего будет вполне достаточно для эффективной очистки транспортных средств и придомовых дорожек от грязи. Кстати, в комплекте с Körcher K3 идет грязевая фреза, которая поможет справиться со стойкими загрязнениями, а также струйная трубка Vario Power с регулировкой давления. Также стоит отметить, что в этой мойке предусмотрен бачок для моющего средства. Из других особенностей данной модели стоит отметить быстрое и простое присоединение шланга высокого давления, а также небольшой вес и компактные размеры, что делает хранение такой мойки более удобным. Ну а за счет наличия колес и ручки ее будет удобно перемещать с места на место. Также в Körcher K3 стоит отметить наличие крючка для удобного хранения кабеля питания и фильтра, который эффективно очищает воду от мелких загрязнений. Завершает наш топ Körcher K5 Compact. Название этой мойки говорит само за себя, это очень компактная модель, поэтому она не займет много места в гараже или в доме. А за счет небольшого веса, наличия ручки и транспортировочных колес перемещать такую мойку с места на место вам будет очень удобно. Также стоит учесть, что Körcher K5 Compact имеет отсек для хранения насадок. Короче говоря, она сконструирована так, чтобы пользователям было максимально удобно ею пользоваться и хранить. При этом, несмотря на свою компактность, данная мойка может создавать давление в 145 бар, что позволяет эффектно отбивать грязь, налипшую на кузов автомобиля, мотоцикла и других транспортных средств, а также очищать садовую мебель, дорожки из камня, плитку и многое другое. Из других особенностей Körcher K5 Compact стоит отметить, что ее двигатель оснащен системой водяного охлаждения, которая обеспечивает ему долговечность. Также стоит отметить, что мойка оснащена пистолетом высокого давления с системой Quick Connect, 8-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power и грязевой фрезой. А еще она предусматривает возможность набора воды из емкости и оснащена фильтром, который будет эффективно препятствовать попаданию грязи в ее внутренности. На этом у меня все. Напоминаю, что ознакомиться с ценами на эти мойки вы можете на специализированных сайтах, ссылки на которые указаны в описании. Ставьте лайк, если вам понравился данный топ. Пишите в комментариях, какую из моек высокого давления вы бы купили себе и почему. А также подписывайтесь на канал «Правильный выбор» и жмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!